Ну, вначале, ну, я кратко буду говорить, знаю, что все устали, у меня три основных посыла, которые хочу донести, уже об этом говорилось, ну, собственно говоря, если вы делаете какие-то клинические испытания, неизбежно вы будете писать статьи. И потом некоторым коллегам скучно читать статьи, допустим, а писать тоже очень сложно. Это приходит с опытом. Есть определенные стандарты, как писать медицинские статьи, но они не очень сложные, но разные. Пример механические, например, как делать, например, что-то написал, но можно что-то трансформировать для другой аудитории, для другого журнала. Я сделала домашнее задание, так сказать, подготовилась, прочла много статей по поводу того, как писать хорошие статьи. Вот есть 10 шагов, как написать хорошие стадии. Некоторые авторы более амбициозные и говорят, что за 5 стадий можно научить людей писать хорошие статьи. Но это практические вещи. Я не собираюсь строить свою презентацию в виде алгоритма, следовать всем шагам. Я просто останавливаюсь на важных моментах, которые сложнее, может быть, или мы о них даже вообще иногда не думаем. Как идет процесс написания статьи? Глава отдела или наставник подходит. Ты напишешь статью. Как мы лечим пациентов в нашем подразделении, пациентов с онкологией ЖКТ на протяжении последних 5 лет? Господи, ну почему я? Ну почему я? Я так занят, и нет времени, не хочу это делать. Но если у вас есть внутренние мотивации, а может быть, вы напишете статью или кто-то вам поможет, конечно, процесс написания статьи будет менее мучительным и более продуктивным. Я нашла главные причины и дополнительную причину. Первое, что мы должны распространять результаты наших научных исследований, чтобы двигать вперед онкологию, чтобы все достигали высоких стандартов диагностики и лечения раковых заболеваний. Следующий шаг, он связан с карьерой, хотим мы этого или нет. А нас будут судить за то, что мы написали. Если мы знаем, ну, что кто-то в онкологии, допустим, он написал статью, ну, что, собственно говоря, вы изучаете то, что он читает. А если мы видим, что он публикуется в международных журналах, ищете через базы данных то, что делает этот человек, наверное, он что-то хорошо делает. Он выдающийся. Видите, мы можем его загуглить и много всего интересного узнаем. То есть он публикуется и так далее. Мы начинаем уважать, заинтересованы тем, что он делает. Третье. Деньги. Если вы получаете финансовую поддержку от фондов или Министерства здравоохранения, вы обязаны опубликовать определенное количество статей, основываясь на результатах профинансированного клинического испытания. Это более проблематично в России. Даже в первый год клинических испытаний и исследований вы все равно должны опубликовать 2 или 3 статьи к концу этого года. И я получаю финансирование, но это очень сложно иногда. Но, по крайней мере, это заставит вас писать. Вы должны быстренько написать 3 статьи, будьте добры, подготовьте. И вот как писать статьи медицинские? Собственно говоря, это начинается процесс написания до того, как вы садитесь за компьютер. Это начинается с дизайна этого исследования. Это не все ассоциировано с этим процессом, собственно говоря. Это совершенно независимо от процесса написания статьи. Но вы оказываетесь в сложном положении, когда вы стараетесь собрать все данные, трансформировать их в статью, но у вас это не получается. Вы не можете как-то оправдать некоторые из того, что вы обнаружили, или какая-то ошибка вкралась, или метод не точен. В общем, жуть. И чтобы этого избежать, прочтите руководство, как сообщать о результатах на стадии планирования. Замечательный ресурс. Вы слышали его знакомство с этой работой, видите, вот этот ресурс, и там есть всякие руководства, как сообщать о клинических испытаниях, как они должны выглядеть, рандомизированные контрольные испытания и так далее. Все должно быть охвачено вашим планом, вашим дизайном, и тогда уже не будет проблем с написанием статьи после этого. Это слайд номер 10, а мы все еще не пишем статью, я описываю этот процесс. Но иногда надо выбрать журнал до того, как начнете писать. И есть тут 2 альтернативы. Первый вариант. Ваши коллеги или ваш наставник уже имеют хороший опыт публикации в журналах. Это одно. Вторая, более обычная ситуация, когда
Вы должны выбрать журнал, к которому подойдет ваша статья. Это очень сложно. Ну, хорошо, что мы живем в эру интернета, есть онлайновые инструменты, вы найдете хорошие онлайновые инструменты для того, чтобы выбрать журнал. Но для этого должны придумать хотя бы первоначальное название вашей статьи. Но вторая альтернатива. Загружаете файлы Excel, Scopus, индекс цитирования и так далее, все эти журналы в таблицах и Excel. Impact Factor найдете где-нибудь посерединке. Не самый высокий, не самый низкий Impact Factor, где-то посерединке. И так вот первоначальные статьи, мы обо всем этом не успеем поговорить, но главным образом, в общем-то, что применимо к одному из них, применимо ко всем. Структура статьи, вступительная часть, методы и так далее. Я говорю о себя, конечно, и себя-то я знаю лучше всех. Когда я писала первую свою статью, это было о животной модели интраперитониальной химиотерапии для лечения рака. Я смотрела на распространенность и смертность, и заболеваемость этим видом рака, смотрела на разные клинические испытания. Мне сказали, сократи его на полстраницы, я была в шоке. Но на самом деле вы во вступлении от общего переходите к специфическому. Ну, собственно говоря, в начале краткий список. Допустим, если у вас есть литература, вы должны, допустим, подчеркнуть, что есть определенные пробелы в литературе напечатанные, вы как раз восполните этот пробел, потом ваши методические подходы, это достаточно для вступления. Несколько слов буквально, цитаты, цитирование. И первое правило – никогда ничего не цитируй, если сам это не прочел. И избегайте обратных ситуаций, когда вы представите информацию, но не даете ссылку на то, где вы ее взяли. И помните, также вы должны выбрать либо очень-очень много разных тем и ссылок, выберите самые важные, чтобы не перегружать информацию. Ну вот слайды, я не буду останавливаться на них, нет времени, но у меня презентация имеется, могу потом вам предоставить. Материалы и методы – это самая легкая часть, которую вы пишете. Ничего не надо изобретать или анализировать литературу, просто пишите, что вы сделали, как вы это сделали. Прежде всего, это позволяет другим повторить ваш эксперимент, если они работают в той же области или на той же теме. Сделали это, посмотри, какие статьи еще имеются, как другие работают с этим методом. А второе, это все должно убеждать читателей, что ваша работа была сделана правильно, с использованием правильной методики, правильного инструментария, чтобы они доверяли тем результатам, которые вы получили с помощью этого метода. Да, обычная такая типичная структура. Можно, конечно, преобразовывать вот эти блоки ради статистики. Статистический анализ можно в завершение всегда. Это хорошо завершающая часть. Вот и, к сожалению, в России есть журналы, которые принимают статьи, которые не упоминают никаких этических вопросов и дисклеймеров. В западном журнале вас бы так не опубликовали. То есть вы должны получить одобрение этического комитета по определенной работе, либо вы должны констатировать, что ваша работа была выполнена с полным соблюдением Хельсинской декларации. Не буду вдаваться во все детали, но вы должны помнить, что если вы ссылайтесь на какой-то очень простой метод, протоколы химиотерапии, которые найдутся абсолютно во всех руководствах, во всех рекомендациях. Но если это одно дело. Но если вы разрабатываете новый метод, вы должны вдаваться в детали и подробности, потому что мы хотим, чтобы наши исследования были воспроизводимы. Еще один обобщающий слайд. Результаты. Вы показываете все, что вы наработали своим методом, и все начинают читать статью с результатов, наоборот. То есть вот данные результаты, и в чем тут разница? То есть данные – это цифры, а результаты – это интерпретация этих цифр, что мы имеем в виду. Мы можем использовать то же самое, либо данные, либо результаты, но результаты интереснее и проще читать, потому что они разбиты на фразы. А что касается данных, мы представляем их в виде графиков или таблиц. Но иногда нам так хочется предоставить результаты выживаемости и так далее.
и вы в таблице повторяете те же самые цифры, может быть, добавляете еще доверительный интервал и так далее. Это плохая идея. Вы, наверное, от рецензента, от журнала получите запрос, чтобы вы как бы либо так представили результаты. Только тогда вы самые важные какие-то части вы можете продублировать где-то, визуализировать. Мы все любим предоставлять положительные результаты и доказывать гипотезу, потому что нам кажется, что мы только так можем добиться публикации в журнале. Но когда мы получаем отрицательные результаты, мы их оставляем для себя и не говорим об этом, а это создает порочный круг. У вас есть идея, сделали исследование, ничего не обнаружили. Ну и что, пылится у вас на столе рабочем. И, допустим, у кого-то другая идея аналогичная, и ничто ему не подскажет, что он не прав, потому что вы же не опубликовали эти результаты. И этот парень те же деньги, те же ресурсы, то же время затрачивает на то, чтобы доказать то, что вы уже доказали. Сейчас многие журналы меняют свою внутреннюю политику, и они, наоборот, хотят, чтобы авторы публиковали также и отрицательные результаты, даже если, может быть, они совершенно идут вразрез текущей литературы, что-то новое нашли, это очень важно. Но вот что касается важности всего, величина P вы должны сообщать, и я вам рекомендую использовать такие шкалы, когда вы используете термины «частично значимые» или «почти значимые». Все равно, конечно же, редактор это отредактирует, и рецензент негативно выскажется по поводу вашего исследования. Вы говорите правду, пишите то, что на самом деле у вас было, результаты, которые вы получили. Раздел дискуссионный, обсуждение. Когда у вас определенная структура в голове, это легче. Например, я люблю указывать на самые важные факты, которые я обнаружила, затем я их обобщаю в контексте существующих доказательств, которые привожу в предыдущих параграфах. И, конечно, не надо быть слишком оптимистичным в ваших завершающих фразах, потому что, когда мы пишем, наше маленькое исследование полностью изменит исход для наших пациентов и так далее. То есть нас, может, один-то журнал публикует, а другие не станут решать, что мы хвостуны и выскочки. И некоторые недооценивают этот раздел «Список литературы», но они ошибаются. У меня есть свои примеры. Вы подаете статью в журнал с списком использования литературы, которая составлена не в разрез правилам этого журнала. И потом вам об этом сообщают. И пока вы все не исправите, никто ничего смотреть не будет, никому никакого дела не будет до вашей публикации. Вы должны обратить внимание на этот раздел. Список использования революции, прочтите инструкции других авторов этого журнала. В России у нас в алфавитном порядке, собственно говоря, в зарубежных журналах публикации идут список использования литературы, вот в списке, как вот это подано в тексте. Иногда очень скучно, кто-то подумает, статья обалденная, кому какое дело до списка литературы. Тем не менее, это все очень важно для зарубежных публикаций. Никогда не забывайте выразить признательность вашим коллегам, которые помогали писать эту статью, работать со статистическими данными. Но они не авторы, допустим, а вы пишите это мои коллеги, я выражаю признательность и так далее. И потом финансовых спонсоров, чтобы они поняли, что деньги, которые они в идее были потрачены самым лучшим образом. Дальше мы пишем абстракт этой статьи, выдержку из статьи. Тут видно, что мы тоже хорошо поработали. Если у нас хорошо структурированная статья, очень сложно все это обобщить в небольшой отрывок абстракта. У нас есть раздел абстракт, вот такая выжимка из всего, что вы написали, а также видимость вашего исследования и потенциальное цитирование, вот к чему мы стремимся. Ну и вот, наконец, вам кажется, что вы уже все сделали, такая крошечная вещица еще ждет вас за углом, так сказать, нависает над вами. Это процесс подачи этой статьи, то же самое. Вы должны заполнить все формы, если их надо заполнять, и также помните, что вам надо будет загрузить еще два файла форма, и также письмо корреспондента, и
также вы пишете, почему ваша статья подходит этому журналу. Вы должны это обосновать также, написать это все в письменном виде, подать. Ну и потом вы ждете уже успеха и надеетесь, что все это было сделано не зря и не пошло в мусорную корзину. Большое спасибо. Вопрос. Очень болезненный вопрос для меня, потому что иногда я говорю о российских коллегах. Российские коллеги, иногда они такие самоуверенные, им кажется, что совсем и не надо также предоставлять вот этот обзор или рецензию на статью носителем языка. Им кажется, что статья выдающаяся и потрясающая. Если у них очень хороший английский язык, я не говорю вот лично о ком-то, я просто в целом вот... Обычно вы посылаете вашу статью кому-то отредактировать, когда на английском. Мне вам кажется, что ваш уровень английского достаточен. Но это практика прекрасная. Но из частного, из личного опыта, я не знаю, хвастаться не хочу, но мне просто повезло, мне никогда не было проблем с языком английским. То есть я когда подаю статьи, ну, конечно, надо поговорить с тем, кто говорит на лучшем английском, чем вы. Есть специально вот компании, предоставляющие такие услуги, услуги и так далее. Есть онлайновые источники, а вы за 200 евро, собственно говоря, вы сгружаете вашу статью. И $200 – это примерно, что получает в месяц медсестра онкологического центра. И проверьте, пусть отрецензируют уровень вашего английского. Или есть коллеги, друзья за рубежом, пошлите им на редактирование, пусть проверят. Может, какие-то фразы не совсем хорошо звучат по-английски, много коряво. Спасибо.